Я в новостях слушаю, короче, ребят, Лужа автозавод, думаю. Ну, всегда автозавод Лужа была, да? Ну, блин, ладно, хоть летом там. А ее это, просто кузов не надо. Её вот так подделал, она чуть ли не плавает. Это Нива-то? Да. А это там вон, то легковушка. А хрен знает, я даже не знаю. Он аккуратно ее подделал и тихонько кидает. Она даже колеса это, по-моему, не касала, потому что вот чуть ли не плавала так. Обидно, что он-то бы выехал, если бы там пробки не было. Он бы все это проступил бы. А сейчас... О, волна пошла! Сейчас эти глидерасы встанут. Сейчас будет весело будет. Да вот пусти. Видишь, сколько воды уже, какой сектор, слойку уже, сколько? Ну, сейчас видишь, как бы это... 50-60. Одна проблема-то решала, а что потом делать-то будет? Как не нашли, ну тут что-то вообще глубоко там блин, стоит. Там же где-то еще на газоне есть это. Дырка, да? Да, дырка. Там пруд-то вот этот. Дыра какая-то на газоне. Я смотрел, там летом вода бежит. То есть зимой вот туда провалиться, сейчас затянуло там все. Вот так где-то знают, провалишься там, блин, да, что там, колодец или что там. И вот здесь-то ливневка, сколько раз ее делали. Но она, по-моему, не там, она вот где-то в районе ковша вот второго грейдера, где вот здесь немножко должна. Они не знают, похоже, даже где она. Не, ну а что откуда трактористы могут знать?